Иванов Павел Иванович, полный кавалер Ордена Славы, родился в 1921 году в деревне Луг, ныне Палкинского района Псковской области. Участник Великой Отечественной войны с октября 1942 года, командир расчета 1159-го стрелкового полка 351-й стрелковой дивизии 18-й армии 4-го Украинского фронта, старший сержант. Отличился в боях за освобождение Украины и Чехословакии. В июле 1944 года в боях на Западной Украине вместе со своим расчетом уничтожил две пулеметные точки и ликвидировал около взвода вражеской пехоты. Награжден орденом Славы третьей степени. 31 октября 1944 года в Чехословакии из орудия уничтожил около 20 гитлеровцев, позволив стрелкам удержать свои рубежи. Награжден орденом Славы второй степени. 10 января 1945 года метким огнем отразил атаку танков противника, подбив несколько машин и уничтожив часть вражеского десанта. Был тяжело ранен. 15 мая 1946 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные на заключительном этапе Великой Отечественной войны, был награжден орденом Славы первой степени, став полным кавалером Ордена Славы. После Великой Отечественной войны жил в городе Ужгород Закарпатской области. Скончался в 1948 году.